В Милане открылась выставка, посвященная творческому пути Бэнкси. На экспозиции в здании вокзала представлены репродукции знаменитых работ художника, которые были воспроизведены, как говорят организаторы, с максимально возможной в условиях выставочного зала точностью. Речь идет не только о воссоздании граффити в их первоначальных размерах, но и о воссоздании стен, поверхности, на которых Бэнкси рисовал. Если это была кирпичная стена, мы собирали кирпичную стену. Если был бетон, мы делали бетонную стену. Если время и загрязнение оставили на поверхности свои следы, то мы повторяли это загрязнение с помощью спецэффектов. На выставке в Милане представлены 130 граффити и трафаретов, в том числе те работы, которые уже уничтожены. Сам Бэнкси сохраняет анонимность и никогда напрямую не участвует в организации выставок. Но, как подчеркивают организаторы, никогда и не запрещает выставлять его работы и репродукции.